Ну вот и отправляемся мы в путешествие по пермским землям, по древним городам и городищам, которые старше даже Киева. Все, нормально, я его на видео заснял. Да, поехали. А вот бугульминский колхозник, самолет. О, ништяк. Построенный на деньги горожан. Колхозник, в смысле, там? Что? Называется самолет, бугульминский колхозник. А, самолет. Да. Так, бугульминский вижу, где колхозник? Там он прям написан на нем, бугульминский колхозник. А, да, вижу. Бугульминский колхозник, прикольно, что. Что за река? Бугульма? Бугульминское водохранилище, так, лужа Бугульминское. Море. Я бы морем назвал. Бугульминское море. Всем доброе утро. Погодка такая, вообще просто зашибись. На улице дождь. А здесь так хорошо, тепло, что не хочется вставать. Но надо ехать. Впереди Ижевск. Вот день второй, мы продолжаем свое движение. Ветер шквалистый, ураганный. В общем, погода летная. Замечательно. Наш путь туда. Его продают, арендуют. Открылась панорама. Магазин, там кинотеатр хороший, все. Вот это институт не понимаю. Как его там зовут, я забыл. Шаймиев. Во-во-во, память Шаймиеву. Вот, Анечка, я и в набережных Челнах. Жаль, что без тебя. Там дорога короче, наоборот. Здесь короче. Огрыз. Улица Карла Маркса. Карл Маркс Урами. Всем доброе утро. Пора просыпаться. Сегодня будем изучать Ижевск. Куда такая красота может исчезнуть? Смотри, просто... Это, я еще раз тебе говорю. А вообще дом какой, смотри, какой шикарный. Дом хороший, да. Зеленый весь. Неизвестно, насколько он теплый внутри, но смотрится красиво. Такой зеленый. Этого всего не было. Удмуртский такой. А как дом? Назад. Дом будет удмуртский. Куда? 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 Нет. Дом будет смотреть на то, если это дом. Обратите внимание, какие прямые дома. В Самаре просто капец, там какие кривые и люди живут. Вау! Сможем ли мы проникнуть внутрь? Запросто.
не проникнем. То есть какой-то догоним, обычного ощущения которого становится сложно. Но даже у поэтов, еще 20 века, как бы очка. Вот уважают наши края. Потому что пиво наше вообще там уважают. Пиво, да, пиво здесь. Ай-ё. Все, фонтан сломался. Только подошли к фонтану, он сломался. А нет, заработал. Смотри, смотри, смотри. Сейчас купаться будем. Смотрим. Вон на дне 10 копеек валяется. Вон еще. Да, не густо. Театр оперы и балета удмуртского народа. Вокруг огорода. Забыли написать. Театр оперы и балета в огороде. Рассматриваются типа как связи с фазами Луны. Но я еще много других категорий. Это рядом. Это я что за здание? Это музей, да, просто? Нет, это не музей, это правительство? Президентский дворец. Президентский дворец, а рядом пятиэтажка обычная. На Лихвинцева 50. Ты знаешь, а раньше еще здесь эти здания постоянно основывали. Кто же здесь живет-то, интересно? Все партийное руководство Единой России, что ли? Если бы... Законное, походу, мы что-то через черный ход, походу, идем к президенту Удмуртии. Может быть, мы даже сейчас захватим власть во всей Удмуртии. Смотрите, это исторический момент. Посмотрите, это нутро удмуртской власти фактически. Вот оно так выглядит. Посмотрите внимательно. Какое оно чистое, красивое. Да. Ах, это свадьба, 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 свадьба пела и плясала. Но... Смотри, прям по зеленой траве, прям здесь, рядом с президентским дворцом. Чё делают, смотри. К сожалению, камера ближе не приближает, квадратики какие-то получаются. Фотосессия всего лишь. Удмуртский государственный университет. Столовая. Такая фигня, короче, розовая кругом. Короче, прикольно. Вон даже уже стол накрыт для нас. Мы только пришли, а нам уже все накрыли. Ах, люблю Удмуртию. Трудно людям объяснять, что нужно выехать за город на трассу. И вот автобус увез меня на какие-то гребаные дачи. Кругом какой-то глухой лес. Но, слава богу, у меня есть навигатор, который показывает, что мне надо 2,5 километра вернуться на Воткинское шоссе, чтобы ехать на Воткинское и в Пермь. Слава навигатору в китайской технике. Фу! И наконец-то я на окраине Ижевска. Да, я задолбался сюда идти. Тут рядом магнит. Надеюсь, кого-нибудь поймать. Какой-нибудь дальнобой. А это Воткинск! Водка-кар! Ловишь, ловишь, они не останавливаются. Вот она, река Водка. Там дальше проезжал я был. Под Воткинском лес. Кругом лес, дремучий лес. Лужи после дождя. Вообще. Вон, как из картины. Три мишки. Лес дремучий, вообще капец. Пока иду пешком. Медведей вокруг не видно.
Это так всегда бывает. На этом языке разговаривал сам Иисус Христос. Да, это я знаю. Про связь с шумерами расскажите особенно. Ну вот шумеры, они вот как два двоюродные братья, как они были. Два этих, как его, ну, две народы, ассирийцы и шумеры. Царь ассирийский, царь шумерский. Вот они, шумерский царь стал народ свой гнобить. Угу. Ну, как бы заставляет там дани облагал, который вместо одного рубля, допустим, грубо говоря, там монеты, просил 10 монет, там, угу. Ну, такие вещи. И этот ассирийский царь не выдержал и захватил его государство, эту шумерскую государство. И тогда пошла Ассирийская империя. Тогда, это какие годы, я не знаю, это еще до Рождества Христа. Потому что в шестом веке до нашей, в шестом веке до нашей эры государство, ассирийское государство распалось. Небо красивое. Да. Так. Вот Анечка, я и в Перми. Жаль, что без тебя. Вон Пермь там. Короче, забыл я адрес человека, к которому еду. Возвращаюсь обратно в хостел. Ну, в Перми чувствуется уже, все говорят с уральским акцентом. Проезд в транспорте 20 рублей стоит. Дешевле, чем у нас. Пара пара па пам 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 пара па пара па пам пам пара па пара па пам пам пара па пам 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 пара па пара па пам пам пара па пара па пам пам пара па пара па пам пара па пам 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 пара па пара пара пам па 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 пара па пам па 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 пара па пам па пара пара пам 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 пам. Интересно, кто погнул так козырек у здания? Наверное, какой-нибудь великан и богатырь. Для тех, кто не в курсе, Пермь — это наименование этноса пермяков. И вот посмотрите, какие симпатичные пермячки. А, ё-моё. А вот это? Не видно? О! Вот это! Ах! Красавица! А это? А эти? О! И вот это. Платочки. Остановка улица Клюва. А кто у вас? Вот скажите мне, вы тут под Клюву? Следующая. Такие интересные. Остановка улица Путина. Мяу. Мяу.
Конечно, очень жаль, потому что только единицы могут его увидеть, да, потому что школа, сами понимаете, всегда закрыта бывает, особенно в выходные дни, и вот мы с вами запросто туда просто так попасть. Только сейчас вот на стенде информационном прочитал, оказывается, город Пермь во время войны в 30-е годы назывался город Молотов. Просто офигеть. Вот, и тут центр разрисован красными зелеными линиями. Типа исторические места. Там заходил, оказывается, музей динозавров. Ничего интересного. Если банечка была, ей было бы интересно. А мне скорее интересны пермские этнические национальные вещи. Вот в этот музей и иду. Наконец-то музей. Ну, а тут, как обычно во всех музеях, революция,
То есть ничего интересного. То есть относящихся именно к пермскому народу очень мало. Танечка, зоопарк. Пробую гордость пермского народа. Пойдем блюда. Секунчики. Останусь ли жив вообще? О, какая. Ва. Нормально. Здравствуйте, как вы? Бур, Гун, Бур, Асы. Это доброе утро, добрый день. Бур это день? Нет. Бур. Бур это добрый. А, добро. Добрый. А, да. Добро, бур. Доброе утро, допустим. Бур, Асыл. Бур, Лун. Это день, Лун. Ну а в основном так Кудымкаре у нас с Пермским, ну как его? Русским-то очень это. Очень много перемешано. Ага. Ну, понятно, потому что на русском же в основном пользуются, приходится. Ну что я тебе могу сказать, так вот, допустим. Ну спасибо как. Спасибо. Спасибо также. Ну скажу вот, хлеб, допустим, кушать, чтобы с голоду не помер. Uh-huh. Хлеб. Нянь. Mm, да. Нянь. Ага. Дальше что еще? Это как на удмуртском так же нянь. Нянь. А пань тоже у них просто пуны, я знаю, что у них. У нас пань, да, это ложка. Удмуртии, удмурт, ну, удмуртская там, это пуны, пуны. Ну, пань, пуны, одна и то же почти, да? То есть это ложка, да? Да. То есть по-вашему пань будет ложка? Да. Ага. Нет, что там где еще? А что, спасибо, нет своего слова, что ли, какого-то? Спасибо, что я не знаю. Должно быть что-то родное, потому что спасибо, это же русское слово, все равно. Что еще там, ну, до свидания как будет. До свидания. Не знаю. Как дела? Как дела? Ну куч дела, допустим. А кыч? Куч. Как? Кыч. Куч как? Кыч как? Ну, глубоко я не знаю. Ну, разговорные мне интересно. Да, разговорные. Вот как дела, например. Вот как вот, допустим, вы друг друга встретили, да? Вы говорите как? Вот, допустим, Бурлун, да? Добрый день. Правильно, нет? Обычно, как дела? Ну, мы по-русски в основном договорены. По комнате чисто кого у нас никто не говорит. Ну, родители ваши, может быть. Ну, родители, нет, что? Мать-то, в принципе, так же говорит, как я. Давайте. Вот и кык, хуин, нёль, вид, вид. А, нёль. Вид. На нет, этот похож. Сейчас быстренько, я запомню, как и не вспомню даже. Эти кыквим нёль вид. Плать, чизим, этнес, ямыс, дас. Дас 10. О, какой зеленое все. Интересно так вообще. Почва красная, правда, какая-то, как у нас. Блин. Но все такое зеленое у вас. У нас летом обычно все такое желтое, все сгорает на солнце. А нынче у нас дождливый очень. Ну, это у нас тоже так же. А, это, ну, река Ва. Mm-hmm. Или Ю. Ну, Ю это маленький, значит, источник. Там, реки. Маленький, да? Источник, ну, исток там, Ю. А вода сама по себе как будет?
Ва. То есть ва это будет вода, две буквы, да? В, а, ва. Угу. Вода. Вода. То есть русские переняли у вас это? Ну, получается, да. У нас некоторые есть же вот... Вода. Летописи. Я вам познакомить, ну, как познакомить? Как-то я не знаю. Очень может, можете там даже два дня тебя займет. Наши примяки в Москве там, по-моему, строили или создавали, я не знаю, там в Москве там уже такие речи там были. Какие там, ну, в раскопках нашли что-то. Здорово, красиво. Остановились, тихонечко приехали остановиться. Красивая стела. Немножко так вот кроем. Да не, достаточно, я вот так вот. Речка, да, не птица, не, это как ее? Ключу. Не надо? Вот тут, рядышком. Ну, вот такой вот источник. От него тут небольшое болотце образовалось. Ну и, естественно, место поклонения. Какая-то иконочка. Камни лежат, иконка, какая-то ткань непонятная. Вот. Опять госки там. Городские дома даже есть. Угловой, вот гостиница. Вот где машина сворачивает, справа там гостиница. Где там? Вот, вот прямо вот, гостиница. Это ваша самая главная, самая дорогая, наверное. Да, наверное. А вокзал это вот как, вот куда можешь, а вот прямо видишь, куда можешь? Нет, не вижу. Прямо вон там женщина проходит. Оранжевые курточки, все прошло. И упираемся прямо на этот памятник, куда можешь. Носят вас, да? Центральная такая это? Площадь, вот и центральная площадь. Но... Вчера, наверное, основание было здесь. Вот это есть, куда можешь? Вот это, да, не есть, куда можешь. Ай, господи. Теперь ясно. Вон у нее фильм. Я в Кудымкаре. Короче, вот такой в центре большое-большое футбольное поле. И вообще непонятно, куда идти, куда себя деть. Наконец ставлю палатку. Заедают комары, вся почва влажная. И, несмотря на то, что по местному уже, наверное, 12 час ночи, вокруг светло. Наверное, все-таки это край белых ночей. Несмотря на то, что говорил водитель, который меня сюда вез. Но почва влажная, это не нравится. Хотя, вроде бы, я нахожусь на возвышенности, там вон низина, ниже, как видно. Вот. Всем доброе утро. Вот я и проснулся в Кудымкаре в лесу. Ой, в лесу. Черт. Всем доброе утро. Вот я и проснулся.
национальный музей коми-пермяцкого народа. И тут недалеко. Я правда не знаю, что и думать. Неужели вот это вот и есть такая дорога к национальному культурному центру коми-пермяцкого народа? Капец вообще. Вот это вот, да? Это вот дорога. Это дорога к национальному центру, мировому национальному центру. Нигде больше нет в мире коми-пермяцкого центра. И вот такая дорога. Есть такой свой красноармейский кудымош. Мы с вами друзьями, походу. И даже две подружки с этой стороны. Еще магазин, где покушать. О, женщина с сумкой. Наверное, надо туда идти. Вот местный коми-пермяцкий музей имени Субботина Пермяка. Но у них, как назло, в понедельник выходной и нет исключений даже для гостей города. Поэтому вот и думаю, уезжать ли, как я планировал, сегодняшним вечером. Сейчас или завтра утром уезжать, в любом случае, но явно не хочу посещать музей. Походу, это у Ильича огромная кепка. Ну, это, походу, главная площадь города Кудымкары. Рядом театр, администрация за сценой, памятник Ошу, Кудым Ошу, или как он там, забыл. Ваш Юриде Юрлама Пелезеньгана. Илемлеча ваш Юриде Юрлама Пелезеньгана. Илемле, Илемле, Илемлеча ваш Чельи. Ваш Ильхиде Калайсма Пелезеньгана. Илемлеча ваш Чельхиде Калайсма Пелезеньгана. Там полез. Я как-то один раз.
чем мы уже прошло. Ну там-то уже было еще до этого. Дорог-то толком не было. Без там проскочили, я на пятнашке ездил. Ну там асфальтная дорога, да? Не, гравийка. С гайд начинается гравийка. Ну там как бы песок. Я боюсь, что застряну на этой дороге. Вроде короче, но боюсь застрять, что никто не поедет там. А там от Карагая уже это, как бы, дорога одна. Ну, это которая через Карагай, она через Киров идет? Да. Не, ведь все равно через Киров это будет. Потому что я читал, что в Питере до 16 июля белые ночи. А Сыктывкар, он севернее Питера, поэтому, наверное, будет ясно. То есть я сейчас Сыктывкар погуляю, посмотрю город и завтра обратно домой. Уже все. То есть я отпуск себе так на недельку устроил. А сейчас ребенок родился, там надо помогать. Какашки носить. В Сыктывкаре 12 часов ночи. Ну вот как-то так это выглядит белая ночь. Иду на ЖД вокзал. Хостел проситься. В общем, музей археологии и истории Коми Республики я не попал. Работник там у них в отпуске. Чтобы меня туда пустить, нужно разрешение ректора. В общем, такую ерунду мне сказали. Ну ладно, не будем расстраиваться, у нас еще музей впереди. А для маленьких вот мне интересно, это один и тот же парень писал, просто одну девушку любил, потом другую. Поменял, так сказать, объект страсти. Брутальная советская мозаика. Богатство земли народа, Мне знаком еще с Казахстаном. Глобус отдельной республики. А вот на нашем глобусе Коми Москвы нет. Хе-хе-хе. Симпатичная Коми-девушка. Стоит, хочет познакомиться. А тут рядышком ее мама. Могу догадаться, что здесь доблестные русские воины борются с татаро-монголами. Да.
Такой классный вообще музей. Будете в Республике Коми, рекомендую. Ой, какие огромные тут комары, ёшкин кот. Не знаю, в чем прикол из этого этнопарка. Блин. Музыка играет громко на всю округу. А сейчас по местному 7 утра. А вырубают они музыку в 10 вечера, как я сюда приехал. Ай, блин. Ладно, мне здесь издалека эта музыка. А им там каково? А, ужас, короче говоря. С музыкальным вкусом у них. Может, я талент поправлю? Нет, есть, стоит, солярка.